охотник, защитник и цель, в которую надо попасть. И охотник, и защитник встают в навесе панше на нестабильную платформу. После этого выполняют кат мяча. Причем защитник катит точно через булавы и не сбивает их. А цель охотника — попасть в стакан с шоколадкой. Задача защитника — сбить этот мяч, который покатил охотник. Если защитник сбивает мяч, он выигрывает приз. Если охотник сбивает приз, он получает приз.